От них зависит жизнеобеспечение практически всех сфер жизни. День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности ежегодно отмечают в России в первое воскресенье сентября. В преддверии профессионального праздника всех работников нефтегазодобывающей отрасли Самарской области поздравили первые лица региона и города. Награды и почетные грамоты профессионалам вручил губернатор Дмитрий Азаров. С праздником вас! Доброго вам здоровья! Уверенности в завтрашнем дне! Что любые сложности мы преодолеем, в этом нет никаких сомнений. Уверен, что с задачами вы справитесь. Залогом тому, конечно, опыт ветеранов, который зачастую из рук в руки передается новым и новым сотрудникам компании. Благодаря поддержке вашего коллектива нам удается реализовывать важные социальные проекты, радовать людей праздниками и развивать социальную инфраструктуру. Нефтяников поздравила с праздником и глава Самары Елена Лапушкина. Огромные слова благодарности за то, что вы делаете для города Самары, для жителей города и не только для них. Вы были вместе с нами в тяжелые пандемийные годы. Вами выделялся транспорт для медиков. Вы покупали компьютеры детям из малообеспеченных семей, чтобы они могли дистанционно учиться. Вы одними из первых откликнулись и оказали помощь и поддержку вынужденным переселенцам. Вы продолжаете идти вместе с нами плечом к плечу. Спасибо за вашу отзывчивость, за ваши добрые сердца, за ваше понимание ситуации. Нефтяная промышленность является одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти. Предприятие Самарской области ежегодно демонстрирует высокие показатели. В первом полугодии 2022 года наше предприятие обеспечило транспортировку в объеме 63,5 миллионов тонн нефти и 2,5 миллионов тонн нефтепродуктов. С учетом сложной геополитической обстановки и продолжающегося санкционного давления, показатели первого полугодия этого года на 3 миллиона тонн превысили показатели аналогичного периода 2021 года. Работа нашего коллектива направлена на укрепление экономики региона и нашей страны. Для работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выступили музыкальные и танцевальные коллективы города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.